Опасный чувак. Я боюсь с тобой играть. Без денег даже? Не, не хочу. Платить не надо. Я блиц играл, проиграл. Андрей меня выиграл. Нажимай.
Браво, забери карту. Я чуть-чуть. А
Ой, да, просто не играет. Какие не Нажимай.
всегда был. Кто не рискует, тот не пьет. Вообще. Вот, вот, вот что я не пью. Вообще не пью. Вот. Дает-то и один, и виноват. Ну,
Вчера хоть лучше играл. Да, вчера у него был ретроград на Меркурий на него напал. А, где коньяк дали? Ты где скрылись, вот упаковал. Я еще долго буду вспоминать коньяк. Чуть-чуть я отвлекся. Один на один кинул и забрал. Чуть попозже. Заманушка такая тут стоит. Хочется, говорит, ее подцепить. Профессионал играет, не сдается никогда. Нет, все должно быть сделано по регламенту, я должен скинуть фишку. Я ее скину.
играла, я пробыла именно из-за этого. Ребята говорят, что можно, а я нашла вот в интернете, что нельзя. Но про чемпионат, как там будут играть, нужно узнать судьи, потому что это уже я. Я говорю, меня Уайт играли, когда играла уже ты. Но когда я Уайт играла турнир, мне там сказали, нельзя. Сколько кто нельзя сказал? Все сказали, потому что мы тогда играли на деньги. То есть все вас Уайт обманули? Не знаю, конечно. То есть здесь нужно будет... Володин, могу с тебя воротарь. И говори. Володин правильно ответил. Есть грузинский вариант и европейский. Хочется и колется, да. Счет у нас 4-3. Спасибо. Еще играл. Все, я больше не играю. Все закончено. 5-6, пожалуйста.